Нет, стой! Куда мужик пропал? Шериф? Кого хрена? Покажи мне щелкунчик. А вот и почалось. Снова к истокам. Все мы надеемся найти истину в истории. Иногда мне кажется, что пока надежда жива, знать всю историю вовсе не обязательно. В ужастиках есть только монстры и их жертвы. И обе роли не подарок. Но канон жанра требует, чтобы каждый персонаж страдал. Я надеялся, что история сложится по-другому. Но эта история сожрет нас заживо. История подобна монстру. А у монстров много обличий. Бедный олень. Ну, достаточно мрачновато начало. Нет выхода, так темно. Мне нужно... покажите мне... Жесть! Алан Вейк-то изменился, слушайте, пузико появилось. Лысинка. Залысина, точнее. Так, это уже игра. Ну, пойдем. Пока вроде 60 более-менее кадров держится, но, говорю, посмотрим, как будет. Будут совсем большие просадки, так значит, что-нибудь переделаем с вами. И темновато как-то, да? Но я думаю, это задумка авторов. Мне тоже темновато, если что. Бежать могу, бежать не могу. Прекрасный зад. Nice S, как говорится. Пожалуйста, вы меня слышите? Ого. Что это с ним? Ну же, это, нечего нам тут делать. Эй, а вы мне не хотите помочь? Вот и пропали. Ладно, продолжаем движение. Здесь все завалено, видимо, нам надо в лес. Кто это за чувак вообще? Ну это явно ведь не Алан Вейк. И если Алан Вейк вот так сильно изменился, то это... По крайней мере, было бы странно. Может быть, это этот писатель Зейн, который в 70-х-то пропал в этом озере. Это явно ведь это озеро. Блин, просадки, слушайте, жесть. Наверное, все-таки придется ретрейсинг выключать, пока мы недалеко ушли. Нет, слушайте. 40 FPS это слишком мало. Так, ну все, 60 кадров есть. Алан? Так, не смотрим между ног. Что за срань? Так, я думаю, нам сюда. Я слышу, кто-то справа. Это деревья? Шепот? Нажмите левый шифт для бега. Побежали, мужик. Мы должны выжить в этом лесу. А вот и тьма. Она все ближе. Продолжаем движение. Ничего практически не видно. Слышу собаки. Просто бежим, мужик. Я думаю, мы если выбежим к людям, то, возможно, и спасемся. Хотя, мне кажется, что этот чувак не выберется отсюда. Свет! Они мне помогут, идем. Стоп. Так, бежим.
Бежим обратно, друзья, они нам не помогут. Валим нахрен отсюда. Черт тебя дери. Пульт. Пульт слова. Хемингуэй. Мы культ дерева несем дозор в ночи. Минус мужик. Жалко, мужик. Я старался тебя спасти, но по всей видимости это было нереально сделать. Сердце достал. Какого хрена? Эд, беги! Вперед! Они еще кого-то поймают. Жестко. Начало прям такое бодро. Достаточно атмосферно. Но из графической точки зрения выглядит все неплохо. Единственное, конечно, оптимизация. У каждого новый релиз. Ну что ты, блин, боже, делать-то? С новейшими технологиями даже не поиграть. Ну, кроме, конечно, самых новейших видеокарт. Конечно. Alan Wake 2. Привет, детка, как дела? Да все нормально, мам, а ты как? Командировка может затянуться. Прости, что в последнее время так редко бываю дома, Логан. Господи, мам, ты же не виновата, что у некоторых руки так чешутся и кто-нибудь убит. Что случилось? Да просто работа. Ладно. Мы с папой как раз смотрим свежую серию Night Springs. Мам, она просто класс. Давай без спойлеров. Не буду отрывать тебя от сериала, хоть ты и обещала подождать и посмотреть его со мной. Люблю вас. А что делать, если ты все время в разъездах? Кстати, да, хорошо. Передавай привет Кейси и скажи, чтобы хандрил поменьше. Логан! Ладно, обязательно. Пока, детка. Ну вот и наши главные герои. Одни из главных героев. Логан считает, тебе пора взбодриться. Ехидная девчушка. Интересно, кого же она пошла? ФБР. Мы приезжаем в город, и тут же обнаруживается новый труп. Это точно не совпадение. Как будто убийца оставил нам послание. Я рад, что мы вместе занимаемся этим делом, Андерсон. Просто создано для тебя. Давай ты возглавишь расследование, а я помогу, если понадобится. Ладно. Что насчет напутствия? Ничего бодрящего, я тебе точно не скажу. Видимо, будем вести детективное расследование. Вот мы и на месте, на озере Колдрон. Что ж, приступим. Так, все, минус FPS. Мы должны были встретиться здесь с помощником шерифа. Вон там машина, но где же помощник? Давай взгляни на карту. Возвращение. Глава 1. Приглашение. Так, цели. Попасть к месту преступления и найти помощников шерифа. Давай, запомним здесь все как следует, пока лес не поглотил нас. Давайте посмотрим карту. На карте показаны важные места поблизости. На М. Ага. Так, может помощница... подожди, что там они говорят? Искал, мы должны присматривать за трупом здесь, чтобы ничего не случилось. Ну подождите, дайте мне хоть разобраться. Торон, кончаем ныть. Все уже здесь. Вот такие пироги. Эй! Сюда, говорит. Здрасте. Агент Кейси, верно? Шериф Бейкер сказал, вы займетесь расследованием. Ну, примерно так, да. Андерсон? Андерсон?
Сага Андерсон, я буду вести это дело. Похоже, моего напарника Алекса Кейси вы уже знаете. О, черт, простите, мэм. Я помощник шерифа Маллиган. Понимаете, я просто подумал, когда эти гребаные федералы наконец покажутся. Маллиган, федеральные агенты уже здесь, Тронтон. Мой напарник сейчас на месте преступления. Он у нас звезд с неба не хватает. Уже здесь? В каком смысле? Они с тобой? Ух, блин, они меня ведь не слышали. Слышали, чувак, слышали. Свидетели, может, какие-то есть? Да, парочка приезжих. Интересно, зачем они ночью шныряли по лесу? Приехали из большого города, очень подозрительно. То есть мы, конечно, против жителей, не против, наверное, жителей больших городов. В любом случае, не волнуйтесь, шериф. Отвез их в Брайт Фоллс. А что произошло? Про сердце не забудь упомянуть. Как раз собирался, Тронтон. В общем, некоторые, органы находятся вне тела их жертвы. Хотя, по идее, должны быть внутри. Ну, может быть, тело тогда осмотрим? Как нам добраться до него? Ну, очень просто. Пролезайте через дыру в заборе, дальше вниз по склону к озеру, обгоните старый магазин. Точно не заблудитесь. После того, как озеро обнесли забором, здесь все позакрыто. Магазины, кемпинг, ну, все остальное. Миллиган, передай, я их жду. Я им все покажу. Они слышат, Тронтон. И пропускают нас дальше, соответственно. Но я бы хотел бы еще тут заглянуть, что тут есть. Ага, ничего. То есть здесь буквально нет ничего. Они ушли. Понаехали, сраные. Мы бы и сами справились, если бы они не лезли. Чувак, так мы еще не ушли. Заткнись, они ведь тебя слышат. Так так, к слову, я, знаешь ли, обычно спокойный. Йогой занимаюсь 3 раза в неделю. Но эти гребаные горожане вечно считают, что они лучше все знают. Мне это на нервы действует. Черт подери. По всей видимости, нам надо идти дальше. Ладно, давайте не будем смущать этого человека, пойдем дальше. Виды, конечно, очень крутые. Нужно вспомнить, что нам известно о деле, пока мы не добрались. Хочу убедиться, что правильно все понимаю. Вы можете использовать доску зацепок в обители разума на таб. Как у Шерлока Холмса. Моя собственная версия этой методики. Так я перебираю улики и работаю над делом. Я создаю новую обитель разума для каждого дела, используя в качестве основы образ оперативного штаба. Факты на доске. Давайте посмотрим, что у нас есть. Все, что нам известно о предыдущих убийствах. Стоит еще раз это все изучить. Доска зацепок – ментальная методика, которая помогает Саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. Используйте ВСД, чтобы передвигаться. Приближайте. Отдаляйте. Используйте левую кнопку мыши, чтобы щелкать. Вы можете рассматривать доску зацепок дальше или нажать Escape, чтобы выйти. Нет, я хочу почитать. Я понял. Как мне вот, например, открыть это дело? Никак? Да, видимо, не открывает. Убийство на озере Колдрон. В окрестностях Брайт Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями жертвы. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего не известно. Так. Тед Лейн, стоматолог. Колотые раны, вздутие, синяки на запястьях. Труп обнаружили в озере Колдрон. Кое-какие органы отсутствуют. Рыбы постарались. Судя по состоянию тела, она не могла провести 8 лет в воде. Венди Дэвис, учительница. Тело раздуто. Обширна рана грудной клетки. И Перси Вулф, хозяин магазина. Синяки, сердце удалено. Странные татуировки. У всех удалены сердца. Обнаружена 2 недели назад причина смерти — рана грудной клетки. Понял. Метод убийства. Детали убийств различаются. Единственное, что объединяет трупы, это вздутие. Но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки, синяки на запястьях.
связывали ремнями, возможно. Последняя жертва умерла от травмы грудной клетки. Совпадает убийство в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. И у одного трупа бывал в воде. Вот почему его так раздуло. Но только одну жертву обнаружили в водоеме. Портрет убийцы. Поговорите с кем-нибудь. А я могу щелкать, да, на некоторое? Ну, по всей видимости, только на... А, видимо, чтобы открыть дальше, мы должны с кем-то поговорить. Посмертные татуировки на теле. Тело жертвы испрещено татуировками. Убийца пытается что-то сказать или просто... В ком-то умер художник. Жертвы не обладают схожими особенностями. Кроме года исчезновения, между ними нет ничего общего. Возможно, убийца спортсмен или охотник. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. И причем здесь, например, спортсмен при разделывании. Так, цели, control. Ага, F, дела. А то можно еще и не одно дело здесь расследовать. Это достаточно любопытно. Можно здесь же карту переключать. А карта, кстати, мне кажется, немножко больше, чем мы предполагали раньше. Я-то думал, это вот эта вся карта, а здесь посмотрите, какой большой. Так, давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Все еще темновато. Андерсон, я смотрю, ты уже трудишься во всем. Почти раскрыла дело. Расследование только началось. Давай спустимся по склону к месту преступления. Сплошно открытое пространство. Я еще все еще хотел. Да я понял про карту, игра. Ты как-то так странно меня обучаешь всем. Почему каждый раз она выходит отсюда? Я просто хочу посмотреть, что у нас здесь есть в обители разума. Возможно, еще какие-то улики или что-нибудь. Голова оленя. О, что-то есть. А, выход. Ясно. А что еще? Ну, видимо, ничего здесь больше нету. Возможно, будет по ходу сюжета добавляться какие-то элементы. Пока то, что видим, то и видим. Выходим. Где-то там есть там. Пойдем. Что это такое? Какие-то палатки, видимо, кто-то тут делал. Слушай, Кейси, ты сделал меня главной, с чего бы вдруг? Андерсон, детектив из тебя куда лучше моего. А почему мы в съемной коттедже? Зачем мне тебя тормозить? Ты на пенсию, что ли, собрался? Забыл, что случается с копами, стоит им сказать, что это дело последнее, да? Смеяться, Андерсон. Ой, живописный вид. Так, спрыгнуть сможешь? Лестница сломана. Да я еще, говорит, не старик ведь. Обратно сможем забраться, если нужно будет? Да, обратно тоже, если что, можно будет забираться. Mirror Peak. Могучая гора вдали. Ничто иное, как Mirror Peak. Культовая достопримечательность с видом на озеро Колдран. Под правильным углом вершина будет отображаться на тихой глади озера во всей своей первозданной красе. Да, действительно красиво. Я думаю, мы еще сможем озером в этой игре насладиться в полной мере. Продолжаем движение пока что. Так, здесь все завалено. Он идет вниз, но мы пока вниз не пойдем. Я предлагаю немножко сюда зайти. Что здесь у нас? Да, здесь перекрыто, нам прямо нарисовали, видите? Интересно как. Здесь какие-то места отображаются, только не совсем понимаю, что это такое. Здесь закрыто, видите, да? Дурым там бол. Да, здесь прямо написано, нужны кусачки, только почему-то на английском языке это, видимо, название предмета, что ли. Что это вот за... Даже не знаю. Заперта дверь. Но она сюда не хотела идти, то есть там мы не смогли бы ничего не увидеть, даже при желании. Так, ну пойдем пока сюда сбегаем, посмотрим, что у нас здесь. А ты каждый раз ему будешь говорить, что мы будем осматриваться? Я думаю, он и так понял, что мы тут не лыком шиты. Ага. Да, туда она не хочет идти. Хорошо. Тогда пойдем прогуляемся сюда направо. В этот лесочек. А что это такое на дереве?
Это типа ловцы снов какие-то, что-то типа того. Не шибко в этом разбираюсь, если честно. Но очень похоже. А, это информационные стенды, так показаны на карте. Ясно. Так, Mortar Falls. Это невероятное чудо природы, будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующая вода у подножия водопада напоминает ступеньки и пестик. Ступку и пестик. Подобное тем, которым по преданию пользовались ведьма с озера Колдран, чтобы летать по ночному небу. Так, тут какая-то ведьма есть. Посмотреть отсюда я боюсь ничего не могу. Видимо, нам надо спуститься ниже, чтобы увидеть нечто. А это что было такое? Ага, это где-то здесь. Это детский ланчбокс с Алексом Кейси, что? Кейси от одного упоминания этого выдуманного детектива передергивает. Больше, чем эти дурацкие детективы, Кейси ненавидит только снятые по ним фильмом. Хм, ребенок какой-то, может быть, забыл. О, фрагменты рукописи какие-то найдены. Не знаю пока для чего. Думаю, разберемся еще. Мой папа любил говорить, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не очень понимаю, как оно может сделать нас сильнее, но, может, эта мудрость и пригодится. Так, используйте фрагменты рукописи в обители разума, чтобы улучшать оружие. Во, прогрузилось. Пистолет. То есть мы собираем фрагменты рукописи для прокачки. Снова и снова. Удерживайте кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Увеличивая скорострельность за 18. Больше пуль можно сделать, прикольно. Еще раз в голову. При быстром попадании врагу в голову два раза подряд глушение будет длиться дольше. Ну, пока, наверное, не надо. Я пока даже, честно говоря, мне не давали даже пистолетом воспользоваться. Смысл мне пока что-то прокачивать. Но лес очень атмосферный, мне прям нравится. Здесь можно просто вот так погулять. Ну, если бы монстров, конечно, не было. Я имею в виду в реальности. Прям очень живописные места. Ну ты что, потерялась, что ли? Да не худшее место, чтобы стать жертвой для убийцы. Ну, если тянет к природе, конечно. Тут я ничего не вижу, допустим. Блин. Нужно было взять зонт. А я дождь люблю. Хоть одно напоминание о доме. Как думаешь, местным полицейским хватит ума натянуть брезент? Если хватит, с меня кофе. Пал, что ли? Эй! Помощник шерифа Тортон, полагаю. К вашим услугам. Давайте раскроем это дело. Тело за магазином. Пойдем, я покажу. Бэр, значит, да? Ну, это круто. Охотитесь на поехавших серийных убийц. Палите налево-направо. Да, не забываем о замалчивании истории об НЛО. Конечно. Серьезно? А вакансии у вас есть? Тортон, он шутит. Ну что, смотрим тело? Да, вон и он. Лежит наш свежачок. Так, вы можете обыскивать тело, чтобы собирать улики и продвинуться в расследование. Жертву связали ремнями на запястьях, синяки от ремней есть. Убийца оставил сердце рядом с телом. Колото резана рана, грудь вскрыта, сердце удалено. Ага, как выходить? А, видимо, это все надо сюда поставить. Новые улики можно расположить на открытых вопросах. А-а-а! Просто надо на вопрос тянуть. Господи, игра, да ты что, издеваешься совсем надо мной? Все логично. Сердце вынули из грудной клетки. Запястья, почерк совпадает с другими убийствами. На этот раз убийца оставил и ремни, и сердце. В этот раз у нас больше улик. С учетом этого мы знаем уже о 4 убийствах. Улики помогли найти ответ на открытый вопрос и разблокировать умозаключение. По мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Используйте доску дальше. Ну, пока выходим. Кто же эта жертва? Кто убийца? Нужно больше улик. На столе много крови. Жертва скончалась здесь. Здесь побывало несколько человек. Ну, несколько убийц или...
Кто-то пил пиво. Они провели здесь некоторое время, чего-то ждали. Кто-то бежал в спешке, сбив штатив. Ну, к сожалению, никаких других улик я здесь не вижу. Да, скорее всего, какие только точки помечены. Так здесь детективная такая, знаете, она довольно простяцкая. Тут нам прям все говорят. Это вы опознали жертву? Кто она такая? Да, я знаю. Его звали Роберт Найтингем. Он приезжал к нам 13 лет назад. Что? Агент ФБР? И с тех пор о нем не слышали? Ну, до сегодняшнего дня. Найтингел? Роберт? Вы тоже были знакомы, да? Братья по оружию. И сестры. Ну, в таком виде я его не узнал, но да, мы виделись пару раз в Квантика. Общих дел у нас не было. Он практически слетел с катушек, когда его напарника убили во время задания. Ее уволили вскоре после этого. И что случилось после увольнения? Да я знаю только по слухам. Из-за депрессии он начал пить, а выпивка сделала его параноиком. Начал выдумывать всякие бреды и гнаться за призраками прошлого, а потом исчез с радаров. Видимо, он очутился здесь. Думаю, в этой истории все не так просто. Наконец, ну, конец у нее несчастливый. Значит, он пропал в 2010-м, 13 лет назад. Как и прочие жертвы. Определенно вписывается в нашу историю. Интересно, что творилось в этом году? Чтобы это не было, для местных воспоминаний явно не из приятных. Интересно, мы сможем местных опрашивать еще? Кстати, волосы сделаны очень круто. Мы здесь закончили, по крайней мере, пока. Надо подумать об этом. Так, давайте подумаем. Доска зацепок. Жертва. У нас есть, в принципе, данные. Кейси, да. Это про жертву все. Давайте-ка. Вот и он. Имя жертвы Роберт Найтинг. Да-да-да-да-да-да-да. Это он и есть. Личность установлена. Бывший ФБР прибыл в Брайт Фоллс 13 лет назад. Многочисленные следы. Это про убийцу мы теперь рассматриваем. Обильные брызги крови на столе. Тоже возможно. Ага, это на будущее сказали. Рядом холодильник, бутылки. Пока непонятно. Предумышленно или нет? Предумышленно, я думаю. Они ждали этого. Преступник хотел, чтобы убийство произошло здесь. Он все подготовил и просто ждал. Он ждал его. Но почему именно он? Он 13 лет считался пропавшим. Почему здесь? Почему сейчас? Откуда пришла жертва? Так, у нас есть новый вопрос. Откуда же он пришел? Составить досье. Понять, как думает подозреваемый. Увидеть все его глазами. Почувствовать то же, что и он. Использовать все свои знания, чтобы интуиция подсказала мне решение. Я увижу картину. Так, используйте досье, чтобы проследить ход жертвы подозреваемого. Агент Найтингел отсутствовал 13 лет. Как он здесь очутился? Вернулся из озера, которое не было озером. Темно. Он тоже был там. Пока он не разрешит, мы тебя в озеро не пропустим. Он вышел из озера, а потом его убили. Что здесь происходит? А это что такое? Эта кружка всегда улучшает мое настроение. Не худшая память. Это, видимо, от наших детей кружка осталась. Ну, в смысле, не осталось, а есть. А что-то еще интересно здесь теперь можно посмотреть? Или все еще так же? Да, шибко много ничего нету. Давайте дальше по досье. Ритуальное убийство. Его выбрали на роль жертвы, но почему? Щелкаю выключателем, раздается щелчок. Свет погас. Но кто-то здесь есть. Кто-то здесь есть. Это не случайная вспышка жестокости. Это ритуал. И Найтингел его часть. Его воспринимали не как человека, а как емкость для чего-то.
появились новые вопросы на доске зацепок. Откуда пришла жертва? От озера. Пока все. Конкретно мы не знаем, откуда он пришел. Думаю, надо дополнительные улики искать. Озеро как-то связано с ним. Кейси, давай смотримся возле озера. А что это такое? Веди. Вот, на озеро отправимся, нам ведь сюда, верно? Ага. Все, отвисли. Так, озеро говорит, надо туда идти. Но подожди. Мы еще не сбегали вот сюда за магазин. Здесь вот что-то тоже, я думаю, есть вот в этом закоулочке. Я очень быстро туда смотаюсь. Ладно, вы же не против? Пойдем. Опять интуиция что-то подсказывает, Андерсон. Что-то приключилось на озеро. Думаю, Найтинген шел в том направлении, со стороны озера. Возможно, это следы этого мужика. Не знал, что деревья бывают такими высоченными. Прям жуть. Тебе надо почаще выбираться на природу. Хотя, не спорю, здесь жутковато. Да-да-да, эти следы. На земле лист бумаги. Почему-то я не могу с ним никак. И следы. Босые, это нашего... Жертвы нашей. Начинается под валуном. Бессмыслица какая-то. Ну, кстати, да, он вроде как из озера выходил, но нет. Страница полностью исписана с одной стороны. Не типографическая печать. Настоящая ретро. Текст напечатали на машинке. Это Алан Вейк. Часть строк зачеркнута, правки внесены от руки. Рукопись, что ли? Страница романа? Послание от убийцы? Ее оставили для нас. В тексте речь о нас. Жертвой был их коллега, специальный агент ФБР Роберт Найтингейл. А еще они нашли страницу. Первый шажок на пути в кошмарные глубины. Слова эти... Слова воспринимались как послание. Голос Алана. Кто-то знал, кто-то затеял с ними игру. Приглашал куда-то. Как тут устоять? Даже если они знали, что в ходе игры... Чего-то там. Кто-то следит за нами. Играет с нами в извращенную игру. Я думаю, он вам помогает. Точнее, он пишет их историю, по сути-то. Это действительно странно. Он был здесь и... Либо это он обронил страницу, либо убийцы любезно оставили для нас. Так, теперь можно дальше в расследование это все добавлять. Так, зацепки. Откуда пришла жертва? Есть следы. И есть странное послание. Думаю, он вышел из озера, но рисунки следов какой-то странный. Слова складывались в послание. Кто-то затеял игру. Что-нибудь еще? Ну вот, например. Убийца следит за нами. Давайте поиграем. Прошел сквозь валун. Это ведь невозможно. Так, есть еще кое-что на досье. Страница. В лесу мы нашли страницу. Художественный рассказ об этих историях. Какую роль в них сыграл Найтингейл? Я несу его слова в своем сердце. Внутри. Ужасная правда. До нее нужно докопаться. В тело что-то засунули. В грудную клетку. Вот зачем они его вспороли. Надо выяснить, что это. Они искали не сердце, а нечто другое, пока их не спугнули. Так. Ну, это мы, в принципе, сейчас как раз-таки и читали. Вот отсюда примерно можно, что они делают. Кто-то затеял с ними игру, давал им подсказки, приглашал куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать неразрешимую тайну. Да, если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают, отказаться было невозможно. Так, и у нас на доске зацепок нечто есть еще. Внутри Найтингейла что-то скрывается. Я думаю, надо его вскрыть. Думаю, я выяснила все, что могла. Нужно провести осмотр тела. Ну, кто знает, что ждет меня внутри. Так, и у нас есть еще другие дела. Ну, давайте быстро ланчбокс закинем тогда, почему бы и нет. Сюда, получается. Зона озера. Угу. Ну, здесь так-то еще много, слушайте, этих ланчбоксов. Еще как минимум 4.
Где-то лежит. 4 мы нашли, 4 где-то осталось. Кейси, думаю, в теле Найтингла что-то найдется. Попросим помощников шерифа отвезти тело в городской морг. Так. Ну, чего так-то? Не поможешь, что ли? Может, у тебя есть какие-нибудь замечания по поводу вот этого? Тот, кто написал это, явно хотел, чтобы здесь это все произошло, как сцена из триллера. Как же меня все это бесит. Видимо, не хочет. Если текст не врет, нас ждут новые находки. И я ему верю. Но в чем смысл? Искажать события, создавать собственный рассказ? Да для чего все это? Потешить свою фантазию? Мы инструменты чьего-то желания? Персонажи или зрители? Просто свидетели этого замысла? Или все вместе? Убийца стремится взять ситуацию под контроль. Хочет, чтобы мы все плясали под его дудку. Не подавайся ему. Слишком поздно. Так, вы вернулись. Так, мне нужна следующая глава. Надеюсь, вы не вляпались в лужу. Я же говорил, наводнение, просто жуть здесь. И следы все стерлись. Ничего сделать, нет, с трупом не могу ничего. Отправьте тело в морг, пожалуйста. Нужно осмотреть как можно быстрее. Ладно, но коронера в городе не будет до окончания дня оленя. И когда же она вот? Я сама проведу осмотр. Еще звонил шериф. Сказал, что букеры в закусочной дорогой олень. Держите ключ от калитки, чтобы срезать путь к паркингу выше по склону. Спасибо. Обходной ключ. Получено. Ну что, пойдем? Поехали в Брайт Фоллс, пора пообщаться со свидетелями Букера. Это те, кто видел это, что здесь произошло. Они в закусочной, верно? Я бы не отказался от чашечки кофе. Давай попробуем срезать путь по рекомендации. Ключи теперь у нас есть. Странно открываешь, ну да, допустим. Не считая убийств, вроде бы милый городок. Леса красивые. Гостиница, в которой мы остановились, тоже ничего. Если представится возможность, надо будет прогуляться здесь. Андерсон, кончай вредничать. От помощников шерифа толку немного, но надеюсь, шериф сможет помочь. Насчет помощников, ничего удивительного. Наверняка водится с чем-то настолько жутким и приходится нечасто. Улики пока не сходятся. Извлеченное сердце, штатив, следы в никуда. Штатив для камеры? Чтобы записать убийство? Может быть. А какой смысл вытаскивать сердце, если его потом выкинули, чтобы вставить на его место послание для нас? Эй, чувак, ты немножко, кажется, сломался, да? Эй. А, нет, все, отглючил. Ладно, мужик, пойдем. Забавные пока баги встречаются в игре. Неприятные некоторые, из-за чего приходилось уже перезапускать игру. Ну, в целом, ладно. Пока прощаю этой игре. Так, еще раз обходной ключ используем. Не хочется ругать просто игру. Рад видеть, что ты в порядке, да, спасибо. Да, теперь в городок едем. Я все никак не могу выкинуть из головы эту страницу из рукописи. Я еще не видела, чтобы убийца общался вот так напрямую. Пока ты отлично справляешься. Благодаря твоей интуиции, расследование быстро продвигается вперед. Я не была уверена, что стоит ли браться за дело далеко так от дома, но мне хочется разгадать эту тайну, мне тоже, прям очень хочется. Добро пожаловать в Брайт Фоллс. Чё-то бегает по дороге. Тебе нужно взять что-нибудь из нашего оперативного штаба в домике. Да нет, я готов. Я все равно оставлю машину там, хочу прогуляться к закусочной. Понять, что представляет из себя городок. Мы можем весь город обследовать. What the fuck? Это правда? Нас обманывает игра. Я могу здесь везде походить, где хочу. Мабой, да.